Вам конкретно не нравится, кто победил? Ну вот лучшие исполнители, смотрите, там были. Джонни тоже был, Дима Билан был, Лазарев, Макс Барских, Нилетто. Моргенштерн. А победил Артур Пирожков. Ну вам самим не смешно, когда вы произносите лучший исполнитель Артур Пирожков? Не смешно? Но смеха не вызывает это? Я не знаю.